сидит, твою мать, а? Когда ты сдохнешь уже, скотина! Екатерина, это вы мне? Не тебе! Когда тебе уже на деревянной тарелочке земляным червям подадут, урод! Господи, Катюша, откуда с утра такой негативчик, а? Я ненавижу двух людей! Первый — это тот, кто туалет нам веснушит в офисе. Это не я. А второй — это Илья, этот вонючий Дудков, который думает, что его Айкос не говной воняет, а утренней мамой. Ну ничего, ничего, скоро из его палаты выйдет человечек в белом халате и скажет друзьям, что в их машине свободное место есть. Я прям жду. Не, ну серьезно, такой душман прям кочегарит прям не по-детски. Угу. Даже кочегары сказали бы: эй, парень, притормози, давай проветрим. Ну правда же, да? А главное, сейчас вот эти электронные сосалки теперь у каждого второго есть, да. Один какую-то коробочку с проводом в рот сует, вторая какую-то пластинку насасывает. Ужас. Третий вообще желтый с двумя стоит, типа у него один разрядится, блин. Уроды! Вот, вот иди и донеси до него эту мысль. Так и скажи ему: слышишь, ты, викинг, ты смрадный. Если тебе все равно, что в рот пихать, может, ты мой хрен покоришь? Вот так скажи ему, иди. Иди скажи. У меня сейчас слух пропал, Екатерина. Вы вот последнюю фразу что-то говорили. Я ее не буду говорить, я ее не слышал просто сейчас. Иди скажи ему. Да куда я пойду, блин? Ну, вы видите, он здоровый какой? Тогда вы обещайте, что поймаете мой подбородок. Ой, иди. Да может быть вы, Ольга Александровна, вы побольше как-то. Идите. Ах ты хамло такой. Ты мужик сам... или кто? Обожаю курить. Здорово, Илюш. Воняешь. Что? Ну вот то, что ты вот куришь, это всем воняет, понимаешь? Ты кислородный террорист, Илюш. Вот Ольга Александровна, она взрослый человек, а вчера на полу печатала, чтобы было чем подышать, понимаешь? Да. То есть вот вы вдвоем недовольны, да? Да нет. Екатерина вообще хочет, чтобы ты сдох. Она говорит, лучше бы ты мой хрен покурил, прикинь? Илюш, в чем? Слушайте, родные мои. Электронная сигарета разрешена в аэропортах и некоторых ресторанах. Поэтому курю, что хочу. Она вообще даже и не воняет. Она не воняет. Хорошо. Куча, ты рыжая. Не хочешь по-хорошему? Сейчас будет тебе по-плохому. Екатерина, ну куда вы идете? Сейчас. Ой, начнется. Да ладно, Кать, ну что? Так, подождите. Там что-то серьезное у вас? Я не зря открываю дверь. Да-да, Зубайра Андреевич, да, можно вас? Сейчас. Чего тебе, Кутарева? Зубайра Андреевич, у нас очень серьезный конфликт в коллективе из-за того, что в офисе накурено. И что ты предлагаешь? Я предлагаю некоторым просто не курить. Чего? Кутарева, ты чего, елки-палки? А что? Охренела, что ли, совсем я не пойму? Что? Ну что, говорит, мне здесь еще стоит? Ты чего, блин, пришла мне, решала тут что? Разрешение у тебя спрашивать? Это мой кабинет, я начальник. Хочу и курю у себя траву свою любимую. Ты чего, блин? Так... Я вообще не прав... Чего ты? Я! Еще у тебя забыл спросить, курить мне траву, мой любимый, или нет? Иди сядь и помой свои мозги, поняла? Вы видели вот это? Вот это что такое было вообще? Я не видел. Плюнул меня в лицо прям! Я что, блин, пространство между перилами в подъезде, что ли, чтобы меня плевать? Это что такое, блин? Почему меня это курение убивает, вонючее? Господи, до посещения директора оно добрее было. Давай, давай, обезьяна и кососная, добивай меня, кури прямо в меня, давай! Да, а чё вы не сказали, что я вас затрахал так жестко? Блин, извините меня, у нас офис на старом заводе, как и все сейчас офисы. Мне до ближайшего места, где покурить можно, 28 минут идти. Если вам так не нравится, давайте я вам попрошу начальника курилку нам сделать. Вашу мать, а? Как вы меня достали?
Это что-то серьезное? Зубарев Андреевич, да, предложил... Секундочку! Внимательно. Зубарев Андреевич, предложение есть. Давайте, может, курилку сделаем и там будем курить, хорошо? Чего? Указывалка еще не выросла, понятно? Приперся тут. Я начальник, понятно? Я хочу и курю себе у себя в кабинете свою траву любимую. Или что мне, бегать теперь в курилку траву свою любимую курить? Это кабинет директора, понятно? А не комната сестры и младшей, суки, прибежали поболтать, блин. Чего приперся? Или ты чё, пачкай на водке? Кутарёва? Извините, я просто предложил. Отойди в сторонку, Илья. Ты змеюка? Опять что ли? Это что творится-то такое? Это что такое? Это из-за тебя, урод! Ты все ненавижу, тварь! Ну, Катя, Катя! Да Екатерина, да почему вы так что с тобой происходит, блин? Катя, ну ты прям сама не своя, ну. Да потому что я уже 6 часов не курила, я сейчас сдохну! Пошел. А ты кто такая? Я Олеся. Ты совсем оборзел сюда проституток водить? Не обращай внимания, просто завидую. А вы, бывшая, помолчите, пожалуйста, и не мешайте мне искать свою будущую. По-настоящему семейная комедия. Я могу уйти минуты на 4, больше вам не понадобится. «Развод». Смотри с 30 июня во всех кинотеатрах.